Всем привет, меня зовут Ксения. Мы сейчас находимся в ресторане «Осада», мясной ресторан. От мясного ресторана мы открыли мясную лавку. Перед нами стояла задача оформить нашу лавку, чтобы это подходило под нашу тематику, мясо, стейки и прочее. Мы обратились в компанию «Граффити Россия». Задача у нас была это сделать в очень короткие сроки, так как мы открывались быстро перед Новым годом. В течение 3 дней нам все нарисовали, все сделали идеально. Сейчас наша лавка выглядит индивидуально, это нам очень понравилось. Ну и, конечно, мы выделяемся на фоне остальных отделов, лавок и вообще как бы выглядим презентабельно очень. По работе это было очень быстро, очень все корректно. Работали мы с Дмитрием Кольцо. Могу сказать, что очень-очень понравилось.